У российских математиков появится профессиональный праздник 1 декабря. В этот день родился всемирно известный ученый и гениальный математик Николай Иванович Лобачевский. Его труды изменили традиционное представление о пространстве и стали фундаментом для работ Альберта Эйнштейна. Давай вспомним и других великих русских математиков. Андрей Колмогоров внес огромный вклад в популяризацию кибернетики и заложил основы теории вероятности. Софья Ковалевская – первая в мире женщина-профессор математики. Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре, над которой ученые всего мира ломали голову 7 тысячелетий. Мстислав Келдыш основал Институт прикладной математики и участвовал в работах по созданию ракетной и космической техники –